Ксения Бородина помирилась с бывшей коллегой Ксенией Собчак и познакомила ее со своим возлюбленным. Как сообщает Starhit, накануне телеведущие встретились на вечеринке Big Art Festival в Дубае. По информации издания, звезды мило переговаривались и смеялись. А былого напряжения между ними уже и не наблюдалось. 41-летняя Бородина даже представила 43-летней Собчак своего бойфренда Николая Сердюкова. Он обрадовался знакомству с журналисткой и крепко пожал ее руку. Напомним, у Бородиной и Собчак были напряженные отношения со времен проекта «Дом-2». Во время перепалок на шоу блондинка даже переходила на мат, а брюнетка обещала, что покинет проект после очередных насмешек и обвинений. Затем знаменитости обвиняли друг друга в заработке на провокационных публикациях в социальных сетях и выясняли, кто из них лучше одевается.